Добрый день, мои дорогие! Мы довольно часто варим макаронные изделия и привычно сливаем воду через дуршлаг. Мы хотим рассказать, почему профессиональные повара не рекомендуют так поступать. В процессе варки из макаронных изделий выделяется крахмал, поэтому вода мутнеет. Эту жидкость мы выливаем, но, как выясняется, зря. Оказывается, она является прекрасной основой для многих соусов, поскольку крахмал – это не что иное, как натуральный загуститель. Благодаря эмульгатору вы получите соус оптимальной консистенции. Крахмал обладает способностью связывать воду и масло, поэтому жирной пленки и водянистого слоя на тарелке не будет. Этой маленькой хитростью давно пользуются опытные повара, готовя красные и белые соусы для настоящей итальянской пасты и других вторых блюд. Надеюсь, вы услышали что-то интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим роликом с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!